Регулируемый перекресток на пересечении улиц Авроры и Промышленности. 20 октября на длинном пешеходном переходе водитель фуры совершил наезд на 9-летнюю девочку. Оба участника ДТП двигались на разрешающий сигнал светофора. Мама девочки уверенно шла позади и тоже не видела фуру. В итоге девочка скончалась в машине скорой помощи. Чтобы повысить внимание водителей, сотрудники госавтоинспекции провели рейд на перекрестке, где произошла трагедия. Рейд проводится в целях повышения безопасности дорожного движения, профилактики дорожно-транспортных происшествий, пропаганда взаимной вежливости среди участников дорожного движения. Внимание уделяется как водителям, так и пешеходам. Сотрудники ГИБДД решили выявить пешеходов, которые перебегают проезжую часть на красный свет, и водителей, которые не пропускают пешеходов. Во время работы съемочной группы инспекторы ДПС ни одного протокола не составили. Более того, как показала проверка, почти все водители правила проезда пешеходного перехода знают и даже были не против поделиться советами. Вообще, когда видишь пешеходный переход, вне зависимости от цвета светофора, нужно, конечно, притормаживать, поглядывать, чтобы там никого не было. Нужно быть предельно осторожным, потому что все равно это чья-то жизнь. Мы, как говорится, водители, как бы в капсуле, грубо говоря, при аварии. А пешеходы, они ничем не защищены. Поэтому их надо пропускать. Я даже пропускаю не то, что где пешеходка. Где нет пешеходки, люди выходят и всегда останавливаются. Пешеходам тоже нужно быть повнимательнее, конечно. Потому что не всегда можно увидеть пешехода. Особенно в такую погоду даже элементарно. Или в темное время суток. Безопасность на дорогах Самары зависит не только от водителей, но и от пешеходов. Пытаясь сэкономить пару минут, они часто нарушают правила перехода проезжей части, рискуя своей и чужой жизнью. Сотрудники госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения быть внимательнее на дороге. Никита Колосов, Сергей Баскин, События.